Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по инвестиционному майнеру криптомонеты Tron 3x381. Регистрация, как всегда, по мобильному телефону или цифры похожие на мобильный телефон. Пароль. Опять пароль. Я везде ставил один и тот же, чтобы не путаться. Тут инвайт-код будет. Кликаем «Зарегистрироваться». Попадаем на домашнюю страничку. Этот сайт предназначен для мобильных телефонов. Я работаю с компьютера, и у меня здесь все смещено. Так что как-то так. Значит, минимальный депозит здесь от 5 криптомонет Tron и ежедневный доход 3%. Депозит, вывод, реферальная ссылочка. Сразу сделаю депозит. Так, нужно немного времени. От 5 до 10 от 5 до 10 минут. Значит, трансфер to basic кликаю. Спускаюсь ниже. Здесь адрес, куда мне нужно перевести монетки. Адрес скопировала и иду в кошелек. Кликаю отправить. Ставить. Прописываю сумму. Минимальный депозит от 5 монет. И обязательно проверяю. Все, я свои монетки отправила. Отпускаюсь ниже. Обязательно нужно кликнуть о том, что я пополнила баланс. Монет, как видим, еще не поступили. Нужно обождать, как я сказала, 5-10 минут. Все, монетки пришли. Теперь давайте пройдемся по вкладочкам. Значит, здесь есть инвестиции. Друзья, я сюда не лезу. Я работаю всегда только на майнере. Это совсем другой вид заработка. Вкладочка Share. Находится реферальная ссылочка. Кликаем. Ссылочка автоматически копируется. Здесь также мой кабинет, депозит, вывод. Значит, здесь моя команда. Здесь у нас мои монеты, информация. Бонус — это вычислительная тех мощности, они никак не влияют на доход. Работаем только от собственного депозита. Значит, следующий трансфер to basic. Можно с базик аккаунта на промо, с промо аккаунта на базик переводить. Также реферальная ссылочка, новости. У меня здесь все смещено. Вот так вот. И как мы видим, от 5 криптомонет дели 3% ежедневно. На мобильном телефоне все будет корректно отображаться. Ну, что еще здесь? Мобильное приложение, естественно. И давайте сразу же увидим монетки. Вкладочка «Вывод». 0.30 монет. Есть базик аккаунт, промо-аккаунт. С базик аккаунта также можно выводить криптомонеты. Сюда я... Так... Сейчас, подождите. Так, это пароль стоит. Сюда адрес. А сюда сумму. Это надо стереть. 0.3. Иду в кошелек. Копирую адрес. Сюда вставляю адрес и кликаю отправить. Все монетки мои отправились.
Возможно, нужно подождать там минутку. И монеты придут на кошелек. Монеты поступили. 0.3 монеты, как видим. Все платят. Ну, я не сомневаюсь, потому что процент маленький. Это очень хорошо. Сейчас идут такие майнеры, друзья. И по 30%, и по 29%. И, знаете, я в такие стараюсь, конечно же, не заходить. Потому что они одноразовые. А чем меньше процент, тем лучше. В принципе, на этом все. Не забываем то, что это инвестиции. Какой бы ни был хороший проект, может случиться всякое. Все, что касается инвестиций в интернете, это всегда риск. Благодарю всех за просмотр. Всем удачи, всем пока.